Самарской области с официальным визитом находится княгиня Мария Романова. Программа ее пребывания в регионе очень насыщена. Так, в пятницу 15 ноября в офис Центробанка гостья открыла воссозданный образ Иисуса Христа и портрет святых императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. В этом году дому Романовых исполнилось 400 лет. К этой дате и приурочен нынешний визит княгини. В России она была неоднократно и уверенно отмечает перемены, которые произошли в государстве за последнее время. Есть возрождение наших традиций, потребность их иметь, и памятники, и архитектуры, и исторические памятники восстанавливаются, тоже имеет огромную важность. Картины писали в Самаре. Их воссоздавали по подобию утраченных в начале 20 века изображений. Весь процесс занял художника Рудольфа Баранова 4 года. Безусловно, обрадовался, когда получился этот заказ, божественный заказ, потому что у художника всегда есть какая-то в жизни удача, которую надо использовать. И я ее использовал, и я этому очень-очень рад. Визитом в столицу губернии княгинь завершает свое путешествие по России. За последние недели она посетила Москву, Казань, Нижний Новгород и Чебоксары. Домой Мария Владимировна отправится 17 ноября. Людмила Данильна, Андрей Семочкин, специально для 63.ру.